Если вы не готовы к контрольной. Есть способ избежать ее. Позвонить в полицию и сказать, что в школе заложена бомба. Только цена очень высокая. 1 000 000 рублей. Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается административным штрафом до 1 000 000 рублей. Для детей до 14 лет –